Здравствуйте, новости спорта на ТНВ, в студии Айрат Шамилов. Нефтехимик обменял Кирилла Князева в «Динамо», взамен нижнекамская команда получила выбор на драфте юниоров. Раньше ненужных игроков отдавали за мешок шайб и комплект формы, теперь за выбор на не совсем понятном драфте. И в продолжение хоккейной темы. Кирилл Петров и Евгений Бодров отправляются в Швейцарию на учебно-тренировочный сбор национальной команды страны. Всего тренерский штаб Беллединова вызвал 34 хоккеиста из ближайшего резерва сборной. 12 из них выступают в Северной Америке, а Данил Марченко и вовсе играет за МХЛ в молодежной команде ЦСКА. Акбарс делегирует на сбор не только хоккеистов. В Швейцарию отправится главный тренер Барса Валерий Белов, а также врач, массажист и видеооператор. Отказал хищникам ради кошек. Защитник Акбарса Денис Куляш прошлым летом отклонил предложение Нэшвилла. Менеджеры команды НХЛ обещали оборонцу место в ведущем звене, однако Куляш решил попробовать свои силы в Казани. Об этом хоккеист рассказал в интервью порталу sportlar.ru. Отметим, что у игрока еще год контракта с казанским клубом. К футбольным новостям. Рубин подтвердил трансфер Пабло Арбаиса на очереди ГЕК Хантуре. Большая группа турецких и немецких изданий пишет, что молодой полузащитник уже успел пройти медосмотр в Казани. 20-летний турецкий футболист родился в Германии, недолго был в системе лондонского Челси, а последние годы играл за Гамбург, где стал любимцем болельщиков. Теперь Рубину для полного комплекта трансферной кампании недостает лишь нападающего. Татарстанское дерби состоялось накануне на казанском стадионе «Рубин». Футбольный клуб «Рубин-2» в рамках второго тура чемпионата России по футболу во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье» принимал набережночелнинский «КамАЗ». Судьбу поединка принципиальных соперников решил один мяч. В начале второго тайма отличился полузащитник хозяев Шадрин. Попытки автозаводцев сравнять счет ни к чему не привели. В итоге 1-0, второй «Рубин» одержал столь необходимую победу и обосновался на шестой строчке турнирной таблицы. И в окончании выпуска вновь о футболе. Впервые российский игрок забил гол за мадридский «Реал». Денис Черышев – сын известного в прошлом футболиста Дмитрия Черышева. С помощью юного полузащитника сливочные разгромили «Овьедо». Черышев забил второй гол своей команды, который стал победным. Итог встречи 5-1. Еще один россиянин, который может надеть футболку королевского клуба – Сергей Кундик. Отметим, что он, как и Черышев, заканчивал спортшколу иностранного клуба.